Простучали. Быстро подготовили человека, чтобы он согрелся. Иногда даже после этих ударов краснота образуется, это хорошо. Я людей поздравляю обычно. Я вас поздравил. У вас здоровый румянец на всю спину появился. Делаем подушечку. И бьем именно не ударно, не приходится на жесткие наши, да, закрепления, которые упираются в тело, а именно на саму подушку, воздушную часть. Так что большими пальчиками, ну, вот этими двумя, да, как удобно, одним, двумя, вы как бы подбиваете позвонки снизу вверх. То есть вектор силы идет через пальцы. Да, да, вектор силы направлен по диагонали, ну, как бы под 40 градусов в тело человека. Ну, анатомически, сами ассистаторские, они тоже чуть загнуты сюда, да, то есть получается мы их немножко вот туда вперед. Упираемся в отростки? Да, в отростки. Упираемся именно в отростки. Далее выдыхаем, ну, и залазить на стол не буду. Вот мы уже вышли, да. Начиная с того места, где начинается грудной отдел позвоночника. Пояснично не трогаем. Ну, это, в принципе, визуально видно, вот, где у меня начинается вздутие, да? Вот. Ну, не буду больше давить, чтобы дать вам возможность тоже попробовать. Наше движение идет снизу вверх. Да, только снизу вверх. И немножко как бы раскрываем. И сама ладонь, она... То есть тут ну, сложный движение. То есть я и всем корпусом, да, получается, поддавливаю, импульс задаю потом снизу вверх и чуть-чуть еще растягиваю в конце вот так вот. Вот. Спереди я рекомендую вот это делать только вот до уровня лопаток. Что произошло тут, ну, не знаю, некоторым просто нравится, вот если клиент просит, да, сделать до конца, то делать до конца. Просто, ну, нет смысла сверху вниз идти. Так. Теперь реберно-позвоночное сочленение. Расширяем. Теперь в уголки лопаток. На выдох дошли до предела. Ну, вообще подбородком не надо. Да. До предела. И только после этого... Вот, видите? Ну, извините, я буду поменьше показывать. И вот так же можно пройтись и с этой стороны, и с этой стороны. Как вы заметили, руки у меня крест-накрест идут, да? Вот. Ну, другие приемы я не имею. Ну, все ясно. Показывать, в принципе, понятно. Либо так ладони ставите, да? Либо так, либо там как-то еще и с одной стороны можно сделать. И вот это плечо. Давай про плечо, да, я покажу. Еще раз запоминайте. Вот вы нащупали у него, да, где-то выпирает прям одно ребро. Бывает, два. В них прям внедряетесь. И вот туда подбиваете по... Получается, ребра на самом деле вот так растут, да? Значит, мы в нижнее, снизу вверх, опять же, да? В межреберное сочленение, ну там, где вот они стыкуются, там, не знаю, чувствуете, не чувствуете грязчик этот. Вы как бы с него, получается, снимаете туда, вверх. Вот, можно сделать вот так вот. То есть я прямо между вертебральными мышцами и позвоночниками внедряю костяшками пальцев, да? Либо выпирает у меня один пальчик, еще больше, вот этот упор для него, второго пальца, да? Он не съехал. Упираюсь, второй рукой закрепляю. Больно? И давлю. Вообще больно будет. Хорошо, когда прекращается. Под локоть. Вот тут мы будем воздействовать сюда, поэтому ему надо снять вот это вот мышечное напряжение. Для этого на голову попросить развернуться в обратную сторону. Может быть даже вот чуть-чуть ее нагнуть, чтобы расширить, размягчить. Все, видите, растянулись эти части. Теперь вот сюда. Ни в коем случае на ассистой оплетки не берем. Рука сползает. Видите, это уже сюда сползло. И это. Также меняете область воздействия. Либо шириной всего локтя, да, будет площадь и мягче получается, либо острием. Прямо вот туда под лопаткой. Вот. Ну теперь повторите.